рюкзака с карманами, Ванька в нем, какой красивый. Идет Ваня дорогой привычной, навстречу ему опять мешок с лапчонком. Мужичок, да что это вы все с животными балуете? Ах, Эван! Да вот, змея запускаю, купи мамочку позабавить. За пиджак отдам, с карманами, конечно. Пожалел Ваня змейку. Снял он себе пиджак с карманами и отдал мужичонке. Мама, я змея купил. О, Эва! Бедную маму! Да, в обморок и бросат. Конечно, этот случай всех злее. Так и стали жить. Жужа бела, да Машка сера, Ванька с мамкой и змея скоробея. Да только мамка эти скоробеи не взлюбила, к обеду не зовет, по отчеству не величает. Вот история-то. Мама, да по что ужика обижаете?